Валим не по-детски, догоняем колонну. Скорость даже не буду говорить какая. Зато есть гуси. В общем, ребята, тут жопа. Не знаю, доеду или нет на Хонде. Так, говорят, или переезжали, только отморозки. Зря я сюда поехал. Ё-моё. Оффроуд включение на Хонде на низкий. Блять. Капец. Что-то белеется. Здорово всем, приятного аппетита. Спасибо. 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 А вы на чем приехали? На джипе, на джип Civic. А борзел, сел. Я по шапке вижу, тебя ты буксовал. Subaru Legacy Club. Вот их Subaru Legacy. Это субаристы. Это наша секретная разработка. Там вся эта база от Subaru, да, стоит у вас? Да. Танк залазит. Сегодня у нас соревнования, по лесам поедем. Поеду их догонять, если догоню. Так, пытаюсь всех догнать. Но это, по-моему, бесполезно. Сильно опоздал, как обычно. Температура на улице минус один. Валим не по-детски, догоняем колонну. Движение плотное, все рвутся за город. Так, надо как-то их сейчас всех обогнать. Йота, ЦРВ, запичники. Так, Хонда пошла. Поехали. Скорость даже не буду говорить какая. Сплошная длится уже километра два. Бочка не дает быстро выехать, сука. Нам надо до деревни Аулы ехать направо. Природа у нас осенью вот такая вот. Слава богу, сплошная кончилась. Гоняем бочку. Нет, не обгоняем, по встречкам. Сейчас встречка пройдет, снова начнется сплошная, сука. Жалко, что зашло. Погода пасмурная. Дорога здесь хорошая. Возле Красного Яра. Разгоняемся. Есть красивый изгиб дороги с мостиком. Это река Авлуха. Поселок Авлы. Не знаю, такое странное название. В общем, нам сейчас за остановкой направо и будем двигаться в сторону Иртыша. Так, вот она остановка. За ней направо, Павлы. Поверните направо. Потом направо и налево. Посмотрим, доеду я до места на Хонде или нет. Опять приключения жопные. Вот не очень. Зато есть гуси. Толстые. Тут нам надо будет сразу налево где-то. Косая дорога, не очень на Хонде здесь ехать. Тут залив реки. И он, по-моему, там дальше какую-то вижу машинку одну. Далеко. Дорога, пока грязи нет, значит проедем. В общем, ребята, тут жопа. Тут протока, рыбак сидит. Они уехали туда на 2 километра в сторону заводи Иртыша. Не знаю, доеду или нет на Хонде. В общем, еду полями, оврагами на низкой Хонде. С такими здесь переездами. Посмотрим, проеду или нет, блядь.
Если короткий, может, проеду. Но если пойдет дождь, сегодня отсюда не увидим. О-о-о. Овраг. Ни хрена себе. Я не знаю, сколько еще мне так ехать. И если они там вообще сказали, что по левой стороне они. Якобы в этой. Если Серега право-лево не ошибся, значит где-то там. Сказал, километра два от поворота через протоку. А тут везде эти протоки. Если я их найду, это будет чудо. Точку навигации мне не дали. Вот протока. Так, говорят, или переезжали, только отморозки. Не знаю, это проток или нет, но я, наверное, отморозок сегодня. Я на Хонде еду. Зря я сюда поехал. Чувствую, зря. Вот здесь я точно не проеду. Подкладали он по ленте. Ё-моё. О, скребанул. В общем, попадало. Походу, я в очередной раз снимаю не оффроуд джип, а собственное приключение на Хонде на низкой. Блять. Потом туда куда-то. Капец. В общем, мега-квест называется «Найди джиперов на Хонде в полях, в протоках». Мега-квест. Пока я их не нашел, проехал уже около километра, полтора. Там что-то вижу, какие-то машинки вроде. Это машинки. Если не машины, буду запрашивать все-таки координаты по навигатору. Жопа. Вообще жопа. Местность вот такая вот. Дорога так себе. Местами крутые ямы, которые я проезжаю со скоростью 1 км в час. Что-то белеется. Дорога стала вообще плохая. Ну а я вижу какой-то флаг и синий дым. Да, вон они. Квест я сделал, по крайней мере. Я их нашел, блядь. Ну, пиздец. На такой машине. Это было трудно. По такой местности. Вон там флаг болтается, да, и дым сизый стоит. Дизеля. Дизеля шпарят там. Вот они. Вот она, стояночка. Наша джиперская. Сейчас мы туда заедем. О, шашлыки уже вообще херачи. Здорово. Все радостные стоят. Вот они, на каких машинах ездят. С какими колесами. Здорово, всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Присоединяйтесь к нам. Да я сейчас это сам. Здорово. Приветствую. А вы на чем приехали? На джипе. На джип-цивик. А он у вас это полноприводный, да? Да, все блокировки. Ты я нас, туда кое-как нас, доехал нас до вас. Вот сколько народу, ребята. Я успел только на пикник. Но сейчас еще грязь будут брать. Только вот у нас джиперов. Че, я тебе звонил, телефон не берешь. Оборзел. Сел. Здорово. Где там ждали? Ну вы уже, я вижу, чую, вижу, покатались, да? Нормально покатались. Еще туда поедете в это место, нет? Ну конечно. Хайлюкс, да? Хайлюкс нормально показался. Я, как всегда, приехал не в то время, но мы сейчас опять в то место, ребята, поедут и все заснимем. Все будет четко. Поедем дальше. Не то место не поедем. Там тоже нормальные места, да? Я по шапке вижу, у тебя ты буксовал. Да. Немножко. Парни все довольны, вырвались наконец-то после лета, да, на осенние. Начались наконец-то, сезон, да. Осенних этих покатух. Конечно. Здорово. А ты типа не блогер, да? Нет. Мне вообще это слово не нравится, если честно. Новый мангальчик будем испытывать. Мясо купили еще на 2. Испытываем в лайт-варианте. Двумя шашлыками. Жарят два больших стейка. Уже вкусных. Видите, омский
Subaru Legacy Club. Вот их Subaru Legacy. С оленями. Это субаристы. С мясом. Это наша секретная разработка. Да, Subaru Forester. Секретная разработка. А там типа... Сти-5 называется. Там вся эта база от Subaru, да, стоит у вас? Да. Именно так. Салон не успели поставить, так нормально. Сапоги новые купил, сейчас с этикеткой испытывает. Минус 60. Понятно. Ты ждешь, да? Да. Это у нас первый выезд на природу осенью, ребята. Чисто покататься, шашлычки поесть, ну, в пару грязей замеситься. Народ после летних отпусков заскучал уже по оффроаду. Вот, начинаем собираться. Сделаю субарик, а потом тоже буду на субарике уже ездить. Вместе вот с такими джипами. Да. Люди еще вон с какими камерами ходят. Да, Сонька. Почти. Гритвал. Да, тоже гритвал. На базе субаря, да, собран? Ну, почти. Чуть-чуть осталось. Наклейку сделали красивую, джиперскую. Мы втроем, короче, субаристы, все ее уехали искать, короче. Так я, видишь, посмотри, на чем сложные джифари, и стоит Honda. А там, я говорю, когда поедем потом, поснимаешь. Ну, обязательно. Я за этим Форестером поеду обязательно. Пойдем мясо поедим. Это шейка. Шейка, она должна быть мягкая, вкусная. У нас будет хоть и два, но это самый вкусный, Тима, шашлык будет. Ну пока ровный, пока его не повело, испытываем. Даже есть самовар русский. Все, шашлычок готов. Тушенку еще подогреваем. Вот такой красивый получился. Офигенский. Хорошая машина едет, надо заснять. Он поехал первый искать грязь. Все, все заводятся уже. В танк залазят. Грязи не будет. Колонна наша двинулась. Все быстренько собираются, двигаются дальше туда, вдоль РТШ. Я тоже в своем джипе, сейчас туда за ними. Охлаждает мангал, все, спаливаемся. Тренируюсь ездить с джиперами на самой низкой машине. Вот здесь вот, в таких местах, по такой дороге. В полях уже осень, минус один, снежок идет потихоньку. Догоняем колонну джиперов, но там что-то УАЗы встревают, там я сейчас не проеду, видимо. Да, Тима на Ниве зарюхался. Дорога, конечно, до джипов. Ну, пока я от них не отстаю, фактически. Еду аккуратненько. Угораю сам над собой. Видео, наверное, назову на Хонде за джипами. Как-то так. Ну, вот тут уже завод РТШ. Боковая протока, по-моему. Зря я тут поехал, вон слева хорошая дорога. Вон Нива летит. Сейчас туда выйдем, на ту дорогу. О, какое здесь красивое место. Смотрите. Так, еще яма. Это мы проедем. Наверное. Сзади не лазь. О, это меня. Меня пасут. Контролирует, чтобы я не застрял. Здесь песок. Можно застрять, песок мокроватый. Ходим налево. Какой-то поселок, деревня, пляж. Вот Нива меня ждет опять. Обогнала по левой дороге. Зря я здесь поехал. От колонны отстал. Звонили по телефону. Сидел, разговаривал. Сейчас еду полями. Там где-то ребята форсируют ручей километров двух отсюда.
веселуха продолжается у меня с перекопой. Это жесть жестокая. Последний раз я еду в поля на Хонде. Нахер. В следующий раз поеду, я думаю, уже на Субару. Трава все выше, дорога все хуже. Слева какая-то речка. В общем, веселуха. Здесь вообще поле каких-то камышей. Если сейчас мокрое место будет, я тут и встряну, наверное. Ну, вот оно мокрое место. Но пока едем, охренеть. Так, вышел на дорожку какую-то. Значит, не застрянем, наверное.